В 10-й день месяца Тишрей, первого месяца иудейского календаря, евреи всего мира отмечают Йом-Кипур – день искупления и прощения. В иудаизме это самый важный из праздников – день поста, покаяния и отпущения грехов. Согласно Талмуду, в этот день Бог выносит вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Удивительное действие происходило в этот день в Центральной Баптистской Церкви в Москве. 12 пасторов из разных евангельских церквей собрались вместе, чтобы молиться за 12 колен Израилевых, за потомков 12 сыновей Иакова, образовавших, согласно Священному Писанию, еврейский народ. Где-то примерно месяц тому назад на сердце появилась мысль совершить молитву нам, христианам, в этот день Йом-Кипура и помолиться за каждое колено израильского народа. Это было особое такое состояние, внутреннее переживание и волнение. Я сегодня испытал какое-то волнение, даже необъяснимое. Но братья отозвались. 12 пасторов московских церквей, участвующих в иудео-христианском диалоге, изъявили желание помолиться, сказать о каждом колене и помолиться за каждое колено. В этом есть благословение для Израиля, в этом есть благословение для нас в лице того обетования, которое Бог дал когда-то Аврааму, что благословляющий тебя будет благословлен. Мы искуплены. Израиль ожидает искупления. И приближается время, когда каждое колено, как говорит пророк Захария, будут плакать особыми слезами. Поэтому наша молитва была сегодня о каждом колене первенца Божия Израиля. Информационное бюро «Спектр», Москва.